Трагедией обернулся отдых на карьере «Миллионник» для одного из жителей города. Вчера, купаясь в водоеме, в котором, к слову, купаться строго запрещено, мужчина утонул. Его тело из воды достали спасатели. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело погибшего отправлено на экспертизу. Ее результаты покажут наличие или отсутствие в крови погибшего мужчины алкоголя. 28 июля 2013 года в дневное время в следственный отдел по городу Ноябрьск поступило сообщение о том, что в карьере первом на промышленной зоне города Ноябрьска утонул мужчина. По прибытию на место следственно-оперативной группы информация была подтверждена. Действительно, в воде карьера было обнаружено тело мужчины 68 года рождения, без признаков насильственной смерти, но погибшего в результате утопления. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Еще один мужчина чуть не утонул в озере Светлом. В субботу днем медикам, дежурившим на городском пляже, пришлось спасать 38-летнего жителя города. Отдыхающий, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, решил поплавать и чуть не утонул. Сотрудники скорой на месте оказали ему первую помощь, после чего другая бригада доставила мужчину в приемное отделение ЦГБ. На момент прибытия в больницу его состояние медики оценивали как средней степени тяжести.